Когда ангел Господень, в этом образе явился сам Господь, нашел Агарь в пустыне, он ее обрел, как пастырь, заблудшую овцу. Агарь бежала от Сары, которая ее смиряла, угнетала, но на вопрос ангела «Откуда и куда идешь?» Агарь ответила так, что ни Сары не упомянула, ни, возможно, жестокого ее с собой обращения. Агарь уже имела в чреве от Авраама. От Агари родится старший сын Авраама, Измаил. И в ответе Агари ангел Господень познал ее смирение и обращается к Агаре трижды. Писание подчеркивает, что это было троекратное обращение, употребив одну и ту же формулу, и сказал ей ангел Господень. Начинаем читать, 16 глава, стих 9. «И сказал ей ангел Господень, возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу семя твое, и неисчислимо будет по множеству. И сказал ей ангел Господень, вот ты в чреве имеешь и родишь сына, и назовешь имя ему Измаил, ибо услышал, шама, Господь, смирение твое». Мы видим, что ангел Господень говорит, как сам Господь. Потомки Авраама по плоти разделятся на две ветви. Измаил, старший, и Исаак. Ишмаэл, значит, слышит Бог. Что слышит Бог? Бог слышит смирение. Когда Сара угнетала Агарь, то независимо, права была Сара или нет, независимо от ее чувств, она Агарь смиряла. Глагол «она» смиряла. Она. Ангел говорит Агаре, чтобы она вернулась в это состояние. Он говорит ей «смирись». Это тот же глагол «она», только в другой форме. Поскольку Агарь засвидетельствовала, что она способна к этому, она не обвинила никого в своем положении. Ангел говорит, что Господь услышал ее смирение. Смирение «они» того же корня. Это слово еврейское «смирение» «они» в этом контексте иногда понимают как страдание или беда. И, конечно, без страдания нет смирения. Но «они» смирение – это такое страдание, которое слышит Бог. Эта мысль важная, она неоднократно звучит в книге Бытия. Бог услышал смирение Агари. Бог увидел смирение Лии. Бог видел смирение Иакова. Бог в земле смирения благословил Иосифа. Это я все цитировал вам сейчас. Смирение – что такое? Его часто понимают как слабость. А вот библейское, настоящее, глубокое смирение – это страдание, которое слышит Бог. Вот самое точное, короткое определение. Смирение – это страдание, которое слышит Бог. Те, кто прошел через смирение, кроткие, наследуют землю. Когда ангел говорит Агаре, умножая, умножу семя твое, то нужно понимать, что мать Измаила проявила кротость. И вообще она была глубокий источник Агари. Умножая, умножу, сказал ей ангел о ее потомстве. Только когда Авраам пройдет последнее испытание веры, Аврааму только тогда будет сказано, умножая, умножу семя твое. Различие, конечно, будет между измаильтянами и израильтянами. Оно будет в том, что народ Израиля понесет себе церковь. И поэтому Аврааму о потомстве Исаака будет сказано, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на губе морской. Это из книги Бытия, 22 глава. Потомство Измаила будет неисчислимо от множества, но ничего, кроме земли для питания, это великого множества сынов Авраама измаильтян здесь не обещано, потому что войти в небесную церковь можно только через Христа Мессию. Итак, характер матери Измаила и значение имени Измаил говорят о смирении. Зафиксируем эту странность, потому что тот, кто представляет историю и характер измаильтян, которых ассоциируют с племенами Аравии, арабами, сразу согласится с тем, что они и селятся пространно, и весьма многочисленны. Аравитяне крепко, арабы, посажены в истории. Но то, что они смиренные,
кроткие. Вот так вот сразу трудно признать. И не нужно сразу соглашаться с тем, что они смиренные. Наоборот, они неусмиряемые. То есть смирение есть. И при этом они неусмиряемые. И об этой второй, вот что они неусмиряемые, характеристической для этноса черте, наперед говорит ангел Господень об Измаиле. Он будет человек, дикий осел. Вот так в еврейском тексте. Пере Адам. Он будет человек, дикий осел. По-гречески анагр. Этот символ встречается в Библии в разных значениях, в частности, как возвышенный образ. Вот в книге Иова «Дикий осел» – это образ независимости и духовной свободы. Его нельзя использовать и приручить. Это книга Иова, 39 глава, 5-8 стихи. «Дикий осел» может означать бедуинов, сынов пустыни, которые умеют жить там, где никто жить не может. 12 стих я читаю, 16 главы. «Он будет человек». Дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Такая характеристика, что она означает? Некогда это могло означать набеги кочевников и расплату за набеги. А в современном контексте, что это такое? Как потомкам Исаака, израильтянам, суждена всемирная миссия, так и потомкам Измаила, их будет 12 народов, им суждена своя роль во всемирной истории. Он на всех, и все на него. Измаильтяне способны к борьбе, если не со всем светом, то на все стороны света. Далее. Измаильтяне – кочевые племена Аравийского полуострова, арабы – всегдашние соседи евреев. Потомки двух сынов Авраама, Измаила и Исаака – арабы. Евреи не смешиваются между собой. Каждая ветвь содержит свой образ жизни, однако они прекрасно друг друга понимают. Руки его на всех. Это об Измаиле. Еще раз. Он будет человек, дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. И он поселится пред лицом всех братьев своих. Братья здесь означают родственные Измаилу племена, потомки Исава и Думияне, но главным образом, конечно, потомки Исаака и Иакова, израильтяне. Что значит слова, что Измаил поселится алпене всех братьев своих? Это может означать и над, и около, и перед, и напротив. Вот это вот алпене, отношение измаильтян и сынов Израиля, это отношение самого близкого соседства. Дальше. Измаильтяне не смешиваются с братьями. Между ними, возможно, разного рода отношения, и не всегда добрые. Ангел Господень обрел в пустыне у источника мать Измаила. Она была испытана духом. Как она может нести страдания? Нельзя сказать, что Агарь пожалели. Как если бы ангел сказал, услышал Господь страдание твое. Нет. Ее настоящее это страдание, Агарь, впереди. Ее погонят во второй раз, и она с Измаилом, отроком, будет умирать от жажды. Вот Господь утверждает и укрепляет Агарь на некоторое духовное усилие, потому что сейчас Агарь должна вернуться к Аврааму. И как знак, что она способна, Господь дал имя ее неродившемуся сыну. Вот ради сына она точно потерпит, сделает все, на что способна. Вот божественная педагогика. На Измаила лег знак, которым будут отмечены его потомки – смирение. А чтобы мы не думали, что смирение есть слабость, ангел предвозвестил, что это будет смирение неусмиряемого, кротость неукротимого. Как такое понять? Чтобы такое понять, необходимо подняться выше психологического правдоподобия. Вот несчетное множество, которые есть народы, отмеченные именем Измаил. Что для них это сочетание смирения и неукротимость дикого осла? Как они сумели свой дар Божий воспринять? Восприняли они, потомки Измаилов, этот дар Божий? Смирение и неукротимость, в сочетании этом странном, усвоили они его или нет? И на сегодняшний день, вот интересный вопрос, потомки Измаила, отвечают ли имени Ишмаэл, смирение слышит Бог?
Вспомним, что книга «Бытия» построена телескопически. Из одной части как бы выдвигается другая, следующая часть. Общая композиция книги такова, что в антропологии закладываются учения о церкви, в учения о церкви содержались основы сотериологии. Внутри сотериологии дано главное понятие, что есть историософия. Историософия – это учение о спасении в жизни народов. Историософия – это развернутая в истории сотериология. Когда мы касаемся историософских вопросов, то приходим в соприкосновение с многообразным историческим материалом, с историей. Многообразие исторического материала весьма велико, и оно дробится при научном подходе до бесконечности. Библейский же взгляд на историю, он сотериологический. То, что рассматривается, есть личность. Индивид и неделимо как личность, которая должна наследовать спасение или отвергает его. Священная история, потому и священная, что не теряет человека. И в жизни народа священная история видит личность. Если мы выработаем в себе навык рассматривать народ как соборную личность, то глубже войдем в библейское мировоззрение. Но здесь нас ожидают трудности, потому что увидеть народ как личность непросто. Это даже очень трудно, потому что нет простого перехода от личности родоначальника к биографии народа. Переноса нет. От Измаила, скажем, к арабам. Переноса нет, а связь есть. Как она устанавливается, Священное Писание показывает. Объяснить это нельзя. Священное Писание показывает. И чтобы мы каждый раз понимали, что нам показывают, нужно через Писание смотреть в историю. Вот плодотворный взгляд. Богословское зрение современности – это самая тонкая дисциплина. Богословское зрение современности. Вся вторая половина книги «Бытия» – это историософия. В историософии движение в понятиях практически невозможно. И вот в первом уроке по историософии, он касается Измаила и его потомков, Писание сразу дает как бы настройку нашему зрению. Как возможно смирение неукротимого? Как оно возможно? Ответ – это надо видеть. Хорошо было бы это увидеть в самом Писании. Так ведь в Писании образа Измаила нет. Толдот Измаила есть. А сам Измаил представлен в нескольких эпизодах как исключительно страдательная сторона. Следовательно, то, что дает нам Писание в образе Измаила, отца неисчислимого множества, это задание смотреть в историю. Смотрите, как это все интересно сделано. Через Измаила нам дали задание из древности смотреть современность. Богословское зрение современности. Вот что утончает и делает проницательным ум человека, если он хочет разбираться в исторических событиях. И понятно, чем дольше длится исторический процесс, тем проще смотреть на историю при помощи Писания. Вот мы и посмотрим. В историософии движение в понятиях невозможно практически, однако историософия – это библейская дисциплина, следовательно, имеет основание предшествующим по смыслу, то есть в учении о спасении. А учение о спасении знает об условиях погибели, которые являются всеобщие, то есть имеют всемирно-историческое значение. Общемировые условия погибели мы называли и изучали. Это, их всего два. Это Каин и Вавилон. Измаилу, праотцу арабских племен, от чрева матери и от Бога дана защита от Каина и от Вавилона. Потому что смирение неукротимого Измаила – это изначальное данное ему охрана от духа Каина. Смирение – охрана от Каина. А если представить, как возникает и строится Вавилон, то спросим, какое место в этой цивилизации может иметь тот, кто по духу дикий осел? То есть, поскольку Измаил и его потомки по духу то, что называется дикий осел, Вавилон они строить не будут и участвовать в его стройке не могут. Если в имени Измаил заключается идея о том, что потомки Авраама по этой линии естественно отторгаются от каинитян, будь то сам Каин или строители Вавилона, то да, на сегодняшний день
измаильтяне, арабы, сыны Измаила. Еще раз. Если в имени Измаил в его характеристике заключается идея о том, что потомки Авраама по этой ветви отторгаются от каинитян, естественно, от каинитян, будь то сам Каин или Вавилон, отторгаются они от этих двух форм, то на сегодняшний день измаильтяне, арабы – это сыны Измаила. То есть характер Измаила, обозначенный только в Священном Писании, действует. Мы можем его наблюдать. Продолжаем читать книгу. «Трижды обратился ангел Господень, сам Господь в виде ангела, к Агаре. И вот как встретила Агарь это обращение, это памятник богословской мысли. Агарь встретила замечательно. 13 стих. «И назвала Агарь имя Господа, говорящего к ней. Ты, Бог, увидевший меня». Человек называет Бога по имени и обращается к нему с этим именем. Кто? Женщина, рабыня, египтянка, совершает акт веры, подобный тому, что совершили Енос, сын Сифа, и Авраам, отец всех верующих. Но даже об этих великих сынах Божьих мы не знаем, каким именем они назывались, каким именем призывали Господа. А женщина, рабыня египтянка, смирение которой услышал Господь, дала Богу имя, вот дерзновение, которое Писание сохранило как драгоценность. Агарь обращается к Богу, который говорил с ней, и смысл ее обращения – «вижу того, кто видит меня». То есть, меня Бог видит, а я вижу того, кто видит меня. «И назвала Агарь имя Господа, говорящего к ней, ты Бог, увидевший меня, потому что сказала, ужель я здесь увидела вослед увидевшего меня?» Поэтому она назвала тот колодец, колодец живого, увидевшего меня. Имя Бога, каким его назвала Агарь, это мост к Новому Завету. Когда Христос сказал Нафанаилу, мы его историю рассказывали, историю призвания Нафанаила, Христос сказал Нафанаилу, «Под смоковницею я увидел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий». О Нафанаиле мы знаем, что он был человек с понятием о Боге. Нафанаил знал, что Бог всеведущ, значит, Бог знает и его, Нафанаила. Но как это удивительно было для Нафанаила увидеть того, кто видит его. Нафанаил увидел Мессию во плоти и отделился от понятия о Боге и встретился с ним лично. Агарь сказала ангелу Господню то же, что Нафанаил Христу. Нафанаил видел Бога во плоти, Агарь видела его как ангела. И смоковница, под которой сидел Нафанаил в какой-то сокровенный момент своей жизни, смоковница вошла в Священное Писание Нового Завета, так и колодец, где ангел Господень обрел Агарь, вошел в Священное Писание Ветхого Завета, той же Агарью поименованный, как памятник богообщения. Агарь видела того, кто видит ее. Сопоставление этих двух историй о встрече Агари и ангела и о встрече Нафанаила и Христа может стать лучшим комментарием того, что такое евангельская простота. На горной проповеди Христос сказал: «Светильник тела есть око. Итак, если будет око твое просто, все тело твое светло будет. Если же око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». Вот заметим, что здесь противопоставляются простота и лукавство, и это противопоставление относится прежде всего к области зрения, что человек и как он видит, каково его око. Вот в Нафанаиле нет лукавства, Нафанаил был прост, и он как-то же разглядел в Иисусе Христа Мессию. Когда Нафанаил спросил, из Назарета может ли быть что доброе, Филипп дал единственно верный ответ – «Пойди и увидь». Филипп знал главное качество, которое было в его друге. Это взгляд, в котором есть простота и нет лукавства. Нафанаил непременно разглядит Мессию Христа. Филипп только не знал, как это будет. И с Нафанаилом происходит то же, что с Агарией. Он видит того, кто видит его. И Нафанаил делает то же, что Агарь при встрече с Господом. Он обращается к Господу и именует его: «Рави, ты сын Божий,
ты царь Израиля». Когда мы говорим о простоте как христианской добродетели, то можем невольно представлять себе простоту как отсутствие изящной одежды, богатого жилья, незнатность, чаще всего необразованность. Под простотой понимают. То есть мы видим подделку под простонародье и объявляем, что это простота, где ангелов до ста. Евангельская простота – это прежде всего такой взгляд на мир, которым можно разглядеть Мессию, Бога и человека. И никакими глазами и естественным зрением нельзя было увидеть в Иисусе из Назарета Христа Мессию. Простота христианина – это драгоценнейшая искушенность внутреннего мира человека. Простота – это опытность души, которая дает непосредственное постижение того, что Бог настолько милостив, что Он является в человеческом образе. Агаре и Аврааму в образе ангела, Нафанаилу во плоти. Христос сказал об этой именно простоте, что она без примеси, акераиос, без примеси чуждого духа, но мудра и опытна, и прошла искушение. Простота – это то, что прошло искушение. Христос сказал, будьте мудры, как змии, и просты, без примеси, как голуби. То есть смирение и опытность, и искушенность, и умение сохранить себя без примеси от чужого духа, вот такое смирение непременно предшествует евангельской простоте. Только смиренный человек может внутренним оком увидеть, как милостив Бог. Читаем до конца эпизод из жизни Агари. Она назвала тот колодец, колодец живого, увидевшего меня. Вот он, между Кадесом и между Баредом. Колодец Агари располагался на пути к Синаю. Он упоминается еще дважды. Исаак жил около этого места. Это в 24-25 главе книги Бытия. Кадес или Кадеш располагается южнее Мертвого моря. А где был Баред, это мы не знаем. 15 стих. «И родила Агарь Аврааму сына, и назвал Авраам имя сыну своему, которого родила ему Агарь, Измаил. Авраам же был 86 лет, когда родила Агарь Аврааму Измаила. Агарь возвратила семью, что она принесла с собой в семью, которая тогда была вся церковь. Сына принесла, это понятно, а что еще? Будто бы мы не знаем. Знаем, спросим иначе, что такое Агарь в Священном Писании, образ чего Агарь есть в Священном Писании. Образ смирения, образ богообщения и образ матери. Смирение, богообщение, материнство, с этим Агарь вернулась в семью. И что она принесла с собой? То, чего люди не могли достичь никакими усилиями. Это настоящий мир. Агарь принесла то, что нельзя достичь, ну, скажем, терпимостью, спокойствием, уступчивостью или другими искусствами общежития. Настоящий мир – это Богом данная тишина, которая приходит как благодать. В семье Авраама воцарился мир, плод евангельской простоты. Вот что сделал Авраам как пастырь церкви. Он дал действовать Божьей воле. Это было дело той веры, вера без дел мертва, которую он достиг. Когда вера открылась в нем, как вера знающая, вера заветная, Авраам сумел разобрать такой клубок страстей в жизни семьи, что эта внутрисемейная история может первой войти в руководство по пастырскому богословию. Что дальше? Родился Измаил, и после того прошло 13 лет. Как жил Авраам эти 13 лет, мы не знаем. И когда Аврааму было 99 лет, Аврааму явился Господь. Необходимо стало, чтобы Авраам вступил с Богом в завет обрезания. Завет обрезания – это прообраз закона. Мы вступаем в сферу новых понятий, какое место имеет закон в жизни церкви. Видим это из жизни Авраама. Бог с Авраамом вступал в завет дважды. Один завет с Авраамом был сам Ветхий Завет, завет обрезания. Другой завет рассеченных жертв. Был прообразом Нового Завета, и новозаветное в жизни Авраама было первым по времени. И мы должны еще раз это повторить.
Это важно и, может быть, психологически трудно понять, что конечное по смыслу было первым по времени, грядущее стало впереди. Это знак того, что без Нового Завета Ветхий Завет непостижим, поскольку мы отрицаем Христа Мессию, как это делают иудеи, мы не можем понимать Писание, на каком бы мы языке его ни читали, в том числе и на еврейском. Завет милости по времени предшествует завету закона. Если знать, что есть милость, можно исполнить закон. Но если закон станет исходным, то утратится все – благодать, милость, спасение, мир и любовь. Учение о спасении первым полагает милость. Это был первый завет с Авраамом. На этом основании, на самом Аврааме, строится Ветхий Завет. Тело Авраама должно быть обрезано. Не Аврааму нужно, но человечеству нужно знать закон. Авраам не нуждался, но Авраам будет обрезан. Христос не нуждался, но и Христос будет обрезан и крещен. Вера Авраама, когда он получил закон, была вера послушания, вера живая, вера зрячая, вера знающая. И как венец, это была верность пастыря. Если образ закона и дать в чьи-то руки, закон в чьи-то руки дать, то кому? Аврааму. Кто имеет веру Авраама, тому можно доверить закон. Как же с законом нужно осторожно обходиться, как? Как Авраам. С Сарой и Агарью. Вот композиция книги «Бытия». Между первым заветом с Авраамом – это образ Голгофы, и вторым заветом с Авраамом – это обрезание. Писание помещает только одно событие – Сару с Агарью. В истории с Сарой и Агарью Писание нам объясняет, как Авраам и Господь действуют совместно, пастырски. Бог и человек действуют совместно, пастырски, чтобы в церкви утвердить мир.